сегодня в школе, в нашем праздничном, красивом зале. Сегодня день торжественный у нас. Знаю, никогда не повторится, хоть много предстоит еще учиться, но самый главный – это первый класс. Мы начинаем наш праздник «Чай, первый класс». Слово предоставляется заместителю директора школы по учебно-воспитательной работе Тихушиной Наталье Викторовне. Пожалуйста. Дорогие ребята, уважаемые взрослые, поздравляю вас с окончанием учебного года. Этот год для вас был самый первый, самый трудный. Вы научились дружить, правильно? Узнали, что такое уроки. Так? А на следующий год вы еще будете получать отметки, когда вам вообще школьная жизнь полно раздали. Поэтому я вам от души желаю с интересом учиться, дружить обязательно с книгой и никогда не лениться. За лето набраться как можно больше сил, здоровья и с хорошим настроением идти во второй класс. Договорились? Да.